Франции. Но боевики ИГИЛ сожгли заживо еще 45 человек. Об этом заявил сегодня шеф полиции иракского города Аль-Багдади. Сейчас этот населенный пункт наполовину захвачен террористами. Идут тяжелые бои. По предварительным данным, все убиты – это захваченные в плен иракские военные. Пока официально это никто не подтвердил, но учитывая записанные на видео жуткие расправы ИГИЛ над иорданским пилотом и египетскими рыбаками-коптами, массовое сожжение заложников уже не кажется чем-то невероятным. Власти Аль-Багдади просят подкрепления. Дело в том, что в городе квартируется гарнизон, расположенный неподалеку военной базы. Террористы угрожают убить всех живущих там иракских офицеров вместе с их семьями.